17 ноября в московском офисе Infotex состоялась пресс-конференция. Поводом для нее стала сертификация системы квантового распределения ключей VIPNet QSS, которую Infotex разработала в союзе с Центром квантовых технологий МГУ имени Ломоносова. Система стала первой в России сертифицированной по требованиям ФСБ квантово-криптографической системы. Участие в пресс-конференции приняли представители государственных органов, руководство компании Infotex и ученые из ЦКТ МГУ. В ходе мероприятия были представлены принципы работы системы, а также маршрутная карта развития проекта. Также прессе продемонстрировали действующие экземпляры оборудования, обеспечивающего квантово-защищенную связь. Сертификация VIPNet QSS открывает перед отечественной системой квантового распределения ключей широкие возможности. Ее внедрение на российских предприятиях позволит поднять на принципиально новый уровень защиту каналов связи и передаваемой критически важной информации.